оснащен двигателем нового поколения ТВ-7-117В разработки компании «Климов». В ряду вертолетов новый Ми-171А2. Это модернизированный вариант вертолета типа Ми-8, Ми-17. Предназначен он для коммерческих заказчиков и решения задач компании топливно-энергетического комплекса. Вертолет Ми-26Т2. Это вот самый большой вертолет. Он, кстати, модернизированный. От уникальной версии вертолета Ми-26, самый грузоподъемный серийный вертолет в мире, способен перевозить до 20 тонн груза на внешней подвеске или внутри кабины. Управляется всего лишь двумя людьми, левым и правым летчиком. Вот такой исполин, огромный вертолет, но тем не менее два человека легко с ним справляются. Обратите внимание на многоцелевой вертолет соосной схемы несущих винтов К-32-11BC. Оснащен он двигателем турбовальным ТВ-317ВМА разработки компании «Климов». В строю вертолетов и новый легкий многоцелевой К-226Т, который получил сертификат типа в этом